Ребят, ехал-ехал, просто нашел такое местечко, какой-то круглый, уютный дворик. Мне привлекла детская площадка издалека. Вот я ее снимаю. Такие вот качели у них интересные, горочки. И просто вот так они живут. Круглый, тихий дворик. Дома одинаковые. Ну, наверное, со временем скучновато будет, но все равно. I like it. Мне очень нравится заезжать, мне очень нравится это. Заезжать, смотреть на такие места, потому что у нас такого нет. Так что выезжаем, поехали дальше. Катаемся. Так, уже у меня осталось совсем немножко видео и совсем немножко аккумулятора. Но сколько есть, столько есть, будем снимать. Интересные места еще будут, я должен успеть их снять. Все. Ждите новых видео.